Добрый день, дорогие друзья! Записываю это видео в общении со своим другом, партнером и просто хорошим человеком Володей, потому что часто мне задают те же вопросы. Я наконец-то хочу потратить 10 минут, записать видео и дать вам конкретные ответы, как с этим бороться, с этой проблемой. А проблема в том, что большинство трейдеров, или даже не только трейдеров, а предпринимателей, да и просто людей по жизни, очень часто попадают в определенные циклы. Например, они заходят в какую-то хорошую сделку, потом ее сливают, потом у них еще какие-то приключения начинаются, потом они открывают какой-то бизнес, и у них ничего не получается. В общем, они попадают в какие-то постоянные циклы проблем. И сейчас мы разберемся, как с этим бороться. Окей. Володь, смотри. Твоя проблема, ты говоришь, да, что ты видишь, что ты сливаешь, да, но не можешь установить стоп-лосс или что, или в чем проблема? Опиши. Нет. Не могу. Я не могу закрыть минусовую сделку. А вот почему, не... дорогой? Принципиально. Вот не могу. Подожди, что значит принципиально? Ты же видишь, что это минус будет? А? Ты видишь, что минус, да? Почему ты не можешь закрыть сделку? Не знаю. Вот не смотрю. Знаю. Да, вот смотрю и вижу, ситуация как бы критическая. Я знаю, что там цена закрылась ниже того уровня, что у меня на DSP-кистике нет. И не могу я закрыть эту сделку. И стоп передвигаю, да стоп ставлю, а потом передвигаю. И все вот эти роботы, что продаются, я туда, дело в том, что я грамотный стал, да, за эти годы. Да-да. Залажу в эти роботы, я меняю коды, и все эти все риск-менеджменты, так сказать, идут тупо, понимаешь? Хорошо, смотри, значит, первое, хочу тебе сказать сразу, что в большинства людей, которые торгуют, и это касается не только трейдинга, у нас с вами одинаковые у всех проблемы. Ты допускаешь вариант, что на той сделке, на которой ты вчера потерял, есть люди, которые заработали хорошие деньги? Ну понятно, на бирже все, кто-то теряет, кто-то зарабатывает. А почему те люди заработали деньги, а ты потерял вчера? Ну потому что они смогли закрыть убыточную сделку и перевернуться в прибыльную. Вот я тебе сейчас скажу одну интересную вещь, не поэтому. Просто они зарабатывают практически всегда, практически во всем и практически на уровне, когда они даже не знают, так, вот точно так же, как ты не знаешь, почему ты сливаешь, ты не можешь понять причину. Точно так же они не знают, но они не задумываются, в их же случае это не нужно, почему у них постоянная пруха по жизни, почему везет, да? Так вот, есть такой товарищ, как... я сейчас буду давать сразу же вам ссылки. Смотрите, я записал здесь. «Как думают миллионеры? Secrets of the Millionaire Mind». Кто понимает по-английски, вот прослушайте его вот это первое видео, это просто он рассказывает, почему он этому учит. И у него была такая ситуация, он там чуть ли не до 50 или до 60 там лет жил в подвале своих родителей, его считали там бомжом и так далее. Хотя, ну его отец называл его бомжом просто, что хотя этот человек всю свою жизнь он пытался научиться чему-то, он стал очень грамотным во многих вещах, он пытался заработать деньги онлайн там и так далее, и так далее. И потом, наконец-то, он понял почему. Вот в разговорах с... там у его отца был знакомый, тоже очень богатый человек, и тот человек посоветовал ему, сделал ему как-то таких пару моментов, советов, которые переключили наконец-то его сознание. И вот этого человека зовут Тихар Экер, это мультимиллионер, у него свои бизнесы очень большие, разные, но в основе своей, то, чем он занимается, он как раз пытается людям объяснить, что происходит, потому что большинство людей в мире, ты знаешь, что богатых людей меньшинство, правда? Большинство людей, которые живут, они живут вот с этим вирусом, который у всех у нас есть. Вирус этот называется, ну я даже не знаю, тут у него нет названия этого вируса, но я бы назвал вирус негативизма или вирус негативного мышления или еще чего-то там и так далее. В чем смысл этого дела? Первое, я рекомендую это все просмотреть, почитать. Если есть английский нормальный, что ты можешь слушать, лучше слушать в оригинале. Вот. Но если нет, то есть хорошие... и менее хорошие, более хорошие переводы на YouTube, вот, называется Харв Экер, «Мышление миллионера» и так далее. Это плохой перевод, но это все, что я как бы нашел, я слушаю в английском варианте, поищите, там есть эти русскоязычные версии, можно книжку купить и так далее, но лучше слушать. Так вот, в чем ситуация, давай рассмотрим на нашем с тобой примере. Повторяю, это касается не только трейдинга, а любого бизнеса. Это подсознательный паттерн поведения, который приводит к следующему. Вот у тебя есть, например, сделка, да, вот сделка. И отсюда, из любой сделки, есть два варианта. Вариант выйти в плюс и вариант выйти в минус. Помнишь, что ты мне сказал только что в начале разговора, что за 2 недели ты заработал 600% плюса, да, к депозиту, а вчера ты их слил, правильно?
Да. Это объясняется вот этим. Подсознательный паттерн поведения. Почему? Теперь рассмотрим эту сделку. Когда ты выходишь в плюс и зарабатываешь 600%, это результат, который никто в мире не делает за год. А ты это делаешь за 2 недели. Да? То есть о чем это говорит? Ты профессионал. Это первая часть марлезонского балета. Ты уже профессионал. Но самое страшное, ты профи. Но самое страшное, что какой бы ты ни был профи, если вот этот подсознательный паттерн поведения у тебя зациклен на то, что ты не должен в конечном итоге жить в плюс, то есть ты должен постоянно сливать, ты должен быть в постоянных проблемах. Твоя жизнь должна быть то, что называется моя жизнь борьба. У верблюда 2 горба, потому что жизнь борьба. Вот это вот оно делает. Так вот, если бы это был просто паттерн поведения, это легко отслеживается. Но так как это подсознательный паттерн поведения, то происходит примерно следующее. В тот момент, когда тебе вот эту плюсовую сделку надо бы закрыть, и тот чувак, у которого этот подсознательный паттерн поведения, у большинства людей он стоит на минус. Особенно людей, которые... Почему он у нас на минусе? Мы воспитывались в Советском Союзе, там все было на минусе. Весь негатив, все это с детства, все мы впитывали. Есть минус, есть плюс. Вот большинство, 90% людей дает у них минусовой паттерн поведения. У 10%, может быть, даже меньше, может, у 2%. Этот паттерн поведения плюсовой. Так вот, у тебя минусовой паттерн поведения, подсознательный. То есть в какой-то момент ты или просто включишь компьютер не тогда, когда надо, и оно само сольется, или ты сделаешь что-то не то, что нужно, и его сольешь, но в конечном итоге ты всегда приходишь к проблеме, с которой начал. Например, если эта проблема нет денег, то у тебя будет проблема нет денег, потому что вот, нет денег. Почему? Потому что этот подсознательный паттерн поведения – это не какое-то зло. Это просто зашитая в подсознание программа, которая делает все, чтобы тебе было комфортно. У нее комфорт для тебя – это отсутствие денег. Я не знаю, когда эта тема включилась. Может, в детстве, может, в армии, может, тебя где-то что-то переколбасило. Не знаю, как это включается. Но... Я по жизни всегда деньги зарабатывал. Только вот после травмы, как меня вроде перечеркнуло. Вот, видишь, у тебя травма. О, у тебя, значит, травма. Так вот, смотри. Это был какой-то негатив, который сработал в этом. У всех людей по-разному. У большинства это детские травмы, психологические. Это не связано с обычным, если тяжелое что-то туда. Но смысл, что был какой-то триггер, да, что-то, что сигналом послужило, хоп, и изменилась твоя программа поведения с плюса на минус. И еще раз повторяю, в чем проблема? Проблема не в том, что ты не знаешь, как зарабатывать. Ты зарабатываешь 600% за 2 недели. Это результат офигительный. Но с учетом того, что у тебя подсознательная программа тебя по-любому сливает, что бы ты ни делал, в любом бизнесе, что бы ты ни делал, ты все равно придешь к минусу. Почему? Потому что вот эту тему надо поменять. С другой стороны, у тех людей, у которых этот подсознательный паттерн поведения, вот если ты обратишь внимание на каких-то своих знакомых, у которых все постоянно клеится, вроде бы в тех же делах, в которых у тебя не клеится, это вот только поэтому, никак по-другому. У них этот подсознательный паттерн поведения настроен на плюс, они его сами не настраивали, это не делается. Понимаешь? То есть осознанно изменить паттерн поведения можно только отслеживая свои мысли ежедневно и меняя их на мысли, которые будут менять этот паттерн. То есть на мысли получения того, чего хочешь ты осознанно. Например, хочу заработать больше денег осознанно, делаю все для этого и так далее, и я их обязательно заработаю. Но если ты теряешь отслеживание, как только ты теряешь отслеживание этой мысли, ну, например, ты вот сидишь вот в этой сделке, да, у тебя плюс 600, потом плюс 500, потом плюс 300. Да? Да, на тебя что-то влияет, то есть ты себя не контролируешь. Если бы ты себя контролировал, что снижение этого плюса не соответствует твоей цели, целью которой является заработок, и ты постоянно в плюсе, то ты бы быстренько ее закрыл, видя, куда идет ситуация, и пошел себе дальше заниматься делами. Понимаешь? Вот поэтому. Я смотрю на экран, понимаю ситуацию, да. И не смог нажать кнопку, вот не смог, да, ты я... Не смог, в этот момент твое сознание, тебе кажется, что ты, оно обострено, а на самом деле оно как раз отключено. Потому что со стороны, если бы ты на себя посмотрел в этот момент, это были бы горящие глаза и так далее. То есть ты находишься в ситуации, когда все работает против тебя, и включается подсознательный паттерн поведения, который приводит к тебе к минусу. Я тебе расскажу, как я читал давненько Нарбекова, и там был у него такой случай. Вот он выходит на сцену, он написал там много книг по личностному росту и так далее. Он выходит на сцену и говорит, там много женщин в зале, говорит, девушки, я сейчас вам покажу, как работает вот этот паттерн подсознательный в жизни обычной женщины, например. Вот смотрите, мы сейчас с вами договоримся, вот возьмем вот эту женщину, например, повернем ее там спиной к залу, и я скажу так, мы сейчас выберем 5 человек,
5 мужчин. И я укажу пальцем на того мужчину, который для нее будет вот такой эксперимент, будет идеальным мужем. А четверо будут плохими мужьями, да? И вот этот будет самым хуже, это чуть-чуть хуже, и так далее. Вот они выбрали там 5 человек и так далее. И он проводит такой эксперимент. Он начинает, он говорит ей: окей, мы сделали, мы выбрали. Смотрите, вот за вами стоят 5 мужчин, вы спиной к ним находитесь. Назовите мне число от 1 до 5, который вы считаете будет для вас идеальным мужчиной. Она называет, например, 5. А это самый худший для нее человек. Самый худший, которого они назначили, ты понимаешь? Но прикол не в этом. Он показал, как избавиться от этого. Теперь смотрите, что он делает. Он начал ее вращать. Он вот берет ее за руку и крутит ее. И он говорит ей: я сейчас начну вас вращать, да? И когда я начну вас вращать, вы в любой момент, когда вам просто мысль придет в голову, назовите цифру, какой для вас человек лучше. Что происходит во время вращения? Во время вращения она, у нее включается, мозг переключается на моторику. Мозгу нужно контролировать, чтобы она не упала, понимаешь? То есть подсознательная программа не работает, вот это вот на минус. И он ее вращает, она называет цифру 1, и это именно этот. Я бы тебе не рассказывал эту штуку, если бы я это не попробовал на себе. Я был тоже как-то давненько на каком-то таком вот семинаре. Я говорю: да, я умею вот это делать, я сейчас угадаю любого человека, вот сделайте мне вот это. Я же не знал, что я угадаю, но это работает. Я стал крутиться, я назвал цифру, и я угадал конкретно вот то, что мне задали вопрос. Все были в шоке. То есть оно реально работает. Еще раз говорю, почему? Когда отключается, как можно изменить вот этот паттерн на позитивный? Ты можешь его отключить каким-то физическим методом, типа вращения, ну ты запаришься вращаться целый день, правильно? Или же ты можешь Или же ты можешь поменять этот паттерн поведения осознанно и принять другой паттерн поведения. Как это сделать? Вот книжка. «Секреты миллионера» Ти Харви Экера. Потому что этот человек всю жизнь прострадал, занимаясь тем, чем занимаемся все мы, становимся специалистами в том или ином деле, добиваемся каких-то результатов, пробуем, потом бах, все это скатывается в какую-то ненужную тему, правильно? И вот он разобрался, почему эта книга, это бестселлер в Штатах и так далее, многодесятилетний уже, то есть уже и много лет. Вот, значит, что нужно делать, Володь? Каждое утро, каждый вечер слушаешь, не надо всю слушать, я дослушал вот до половины, потому что тебе надо будет не просто послушать, понять, о чем это, принять это в себя, переслушать это еще раз. Но когда ты это слушаешь, он там рассказывает, что происходит в твоем сознании, как это изменить, как это отследить и так далее. Так что я тебе хочу сказать и всем ребятам, которые сейчас будут слушать, смотреть этот видеоролик, я это записываю, выкладываю на YouTube, смотрите, пользуйтесь, ссылка будет в описании к этому видео, на эту статью. Так вот, что нужно изменить и что нужно понять из этого всего, что, ребят, не надо создавать новое дело, не надо начинать открывать новый счет или входить в какой-то новый проект, пока вы не разберетесь со своими мозгами, со своим подсознанием. Потому что это все равно, что стрелять, кидать, тыкать пальцем в небо. Вы все равно не получите больше, чем вы зарабатываете сейчас. Просто по той причине, что ваш подсознательный паттерн поведения настроен на то, что у тебя доход 300 баксов в месяц. Он тебе не даст 3000, хоть бы ты разбился. Понимаешь, тебе надо его будет сначала изменить на 500, потом на 1000 и так далее. И большинство людей, которые зарабатывают уже большие деньги, да, они эти паттерны, вот идеальный вариант, говорят, что да, с кем ты общаешься, как бы твой круг общения определяет твое сознание и твои доходы. Абсолютно верно. Почему? Потому что эти люди, которые зарабатывают, например, $1 000 000, и ты им будешь рассказывать, что ты хочешь создать продукт, который стоит 2 бакса, он даже слушать тебя не будет. Ну, ему непонятно вообще, о чем это. А для того, чтобы тебе понятно было, о чем это у него и как он это делает, да, там нет ничего сложного. Они не делают ничего того, что там не боги горшки обжигают, да. Но они мыслят по-другому, поэтому у них вот такие доходы, понимаешь? И, соответственно, вот он здесь и показывает, рассказывает, что значит мыслить по-другому и как к этому прийти. Я надеюсь, эта информация полезна для вас. В общем, ребят, меняйте свое сознание, а потом изменится ваша жизнь. Никак по-другому, потому что есть такое выражение. Все, что вы видите вокруг себя, весь ваш внешний мир начинается с мыслей, которые находятся внутри вас. То есть ваш внутренний мир создает ваш внешний мир. Никак по-другому. Вот такая петрушка.